Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как подготовить дом к появлению котенка. Появление котенка в доме – волнующий момент не только для хозяина, но и для самого животного. Чтобы питомец быстрее адаптировался к новому месту, владельцу нужно хорошо подготовиться. О чем важно не забыть при подготовке дома для мяукающего друга? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Уберите опасные для котенка предметы, спрячьте все мелкое, острое, уберите цветы на верхние полки. Также важно убрать провисающие провода и любые веревки во избежание случайного удушения животного. Установите на окна сетки антикот. Эти сетки предназначены для защиты животных, а не людей от насекомых, как принято считать. По сути, это полноценные решетки. Они сделаны из металла, нержавеющей стали или алюминия. Обязательно имеют прочную раму. Такие сетки помогут избежать случайного падения малыша из окна. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Купите все необходимое для котенка. Питомцу понадобятся миски, когтеточка, лоток и игрушки. Выбирая каждый из этих предметов, помните о том, что они должны быть безопасными и удобными для малыша. Также вы можете приобрести целый игровой комплекс для вашего мяукающего друга. Он поможет вашему котенку выпускать свою море энергии. Обязательно соберите аптечку первой помощи для котенка. Правильно подобранные средства первой помощи могут в некоторых случаях спасти жизнь вашему питомцу. Специалист рекомендует обязательно иметь кошачьи аптечки, шприц, маленькую клизму, соду, активированный уголь, противоаллергенное средство и хлоргексидин. Теперь вы знаете, как подготовить дом к появлению котенка. Следуйте перечисленным советам, и тогда ваш питомец будет чувствовать себя максимально комфортно в новой обстановке. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!